Привет всем! Мы сегодня с вами на мероприятии Geek Picnic. Как вы знаете, это технологическое мероприятие, где много мы увидим новых технологий. Так что добро пожаловать с нами, мы покажем вам, что здесь есть. Поехали! Встречаемся на Geek Picnic еще со Стасом Давыдовым. Я вчера пооперировал, здесь есть вот эта рукавная роборука, я ей поуправлял, почувствовал себя просто пластилином всего. Я просто представил, как эти чуваки это придумали, они, знаешь, сидели где-нибудь себя на дворе, в Техасе где-нибудь, пили пиво, и... А давай сделаем огромную руку, которая будет крушить тачки, а давай! Что-то еще ты увидел здесь интересного? Там сейчас печатается мой бюст на 3D-принтере. Да ладно! Мы подумали, что мы его, скорее всего, привинтим к стене и будем на него вешать одежду. Я считаю, что вот изначально, когда я ставила себе цели, я прекрасно понимала, что я хочу снимать для подростков, потому что это, как бы ни звучало, это очень напыщенно, но это будущее. То есть если я им привью какие-то положительные качества, а-ля правильно питаться, смеяться над собой, быть без комплексов, это ж круто. Потом я буду бабкой старой, они будут ржать надо мной, но переведут меня через дорогу и будут, ну, хорошими людьми. У нас сегодня технологический праздник. Ты нашла для себя технологию, которую ты можешь воплотить в свою жизнь? Которую я воплощу в свою жизнь? Да. Ну, мне вот там нравится на том мостике такая, знаете, рука железная, она поднимает ржавую машину и бросает. Мне кажется, это очень полезная технология. Берешь, тебе кто-то не нравится. Там, Олег, вперед. Я назову, мне кажется, технологию Олег. Отлично, скажи. Будет охранять меня. А что-нибудь интересного еще ты тут увидела? Мне тут, знаете, что интересно? Понравилось, во-первых, то, что транслировали один из моих любимых сериалов «Теория большого взрыва». У меня есть повелитель рыб. Я сейчас буду их повелевать, творить. Здесь, в этом аквариуме. Бурю. Бурю в аквариуме. Поехали! Сюда. Но. А вверх. Поехали. Давай. Рыбки. Помчались. Давай. Ребят, очень отличная штука. Рыба-робот, которая всегда повинуется вам. Она всегда повинуется и делает то, что вы хотите. Посмотрите на это чудо и приобретайте. Когда кружишься в танце, как анвелосы твои тай, как на брюшке глянцы. Я визжала от радости. Да? Это другой мир. А самое страшное, когда вот, ты разбиваешься и ты понимаешь, что ты летишь в землю. Вот эта вещь, она помогает тебе чиститься в дельтаплане. То есть, когда ты оказываешься в очках и ты видишь это, тебе кажется, что ты не подвешен в дельтаплане, ты летишь, ты на самом деле там. Самое страшное, когда ты косячишь с управлением и начинаешь падать, потому что земля приближается к тебе.
ногами, и ты понимаешь, что все, конец, и ты ничего не можешь сделать. Но вот это ощущение полета, когда ты летишь, ты управляешь, ты просто птица. Можно пролететь сквозь воду, можно пролететь сквозь туман. Это необыкновенно. Это надо пробовать, словами не передать. На этом мы заканчиваем наш репортаж. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал и до скорой встречи. Поехали!